Всем привет! Так, сегодня сделаем небольшой обзор техники, но не всей техники, а мультиварок. То есть вот они здесь стоят. Данная полочка, это, так скажем, наиболее используемые модели. Здесь более реже, ну и там тоже реже. То есть начнем обзор по мере приобретения. То есть не по рейтингу, так скажем, моей популярности, у меня популярности данных мультиварок, а именно по мере приобретения. Так, первая мультиварка была приобретена у меня Panasonic. Ее сейчас здесь нет, она живет у родителей. То есть из скороварок кукушка 1054 была приобретена мною. Из скороварок, наверное, самой первой. Ну, включу, чтобы для наглядности было видно. Так, ну это индукционная скороварочка с довольно-таки тяжелой чашей. Пользовалась я ей 2,5-3 года. В принципе, она меня всем устраивает. Единственное, что все же сделала выводы для себя во время пользования, индукция более агрессивна. Так, мультиварка – это функция скороварки. Как я уже сказала, индукционная. Имеет голосовой гид. Духовка. После установки времени варки блюда при помощи тушеной… Имеет ряд автоматических программ. Отложенный старт. В общем, всем хороша она, всем, абсолютно всем хороша. Единственное, что у многих пользователей начались нарекания по клапану. Клапан здесь все же очень находится тяжело для чистки в домашних условиях. То есть, если вдруг он засоряется, то его прочищать только в сервисном центре. Ну, конечно, умельцы наши чистят сами, но кто не может, только сервисный центр. Как можно чаще производить очистку паром. Таким образом оно будет, ну, как прочищаться клапан, меньше использовать, как рекомендуют, не использовать на температуре 120, но я варила все на 120, и мне эта температура очень особенно нравилась, потому что мясо, мне кажется, получается именно при температуре 110, 115, 120, более лучшего качества, более проваренное и готовится намного быстрее. В настоящий момент я практически этой скороваркой не пользуюсь. То есть она у меня, ну, можно сказать, на подхвате. Но скороварка хорошая. То есть ничего не могу сказать. Следующая модель. Следующая модель – мультиварка. Обычная мультиварка, без функции скороварки. Теновый нагреватель. Довольно-таки проста в использовании. С минимальным набором программ. Хороша для выпечки, для приготовления бульонов, для приготовления каш. Здесь, в общем-то, основным ее достоинством и плюсом это является чаша. Таких чаш, в принципе, ну, как бы я не встречала у других мультиварок, не знаю. В общем-то, какое-то такое своеобразное покрытие. Даже не могу сказать точно, какое. Но качественное. Это какая-то разработка фирмы Cuco. Поэтому, ну, это самое, что ни на есть, простая модель. То есть, кто боится работы под давлением, можно взять эту модельку. Но повторюсь, что здесь минимальный набор функций. Буквально. А так хорошая, простая, очень удобно переносить куда-то, ручка для переноски. То есть кто на дачу частенько берет с собой, это очень удобно. Взял, спокойно до машины донес, поставил. То есть не требует каких-то излишних манипуляций. То есть здесь есть режим
обычный, то есть на нем можно варить все, и суп, и кашу, и все остальное. Есть режим каша, который идет автоматически с отложенным стартом, то есть вечером закладываете продукты, утром получаете нормальную хорошую кашу горячую, без лишних хлопот. Также здесь можно сварить плов, суп, потушить овощи, мясо. То есть обычная мультиварка, обычный функционал мультиварки. В последнее время я ее практически не пользуюсь, только в крайнем случае для выпечки. Но нет, практически не пользуюсь, потому что пользуюсь уже другими мультиварками. Так. Мультиварка Cooco 1010. Ну, это, наверное, одна из самых моих любимых мультиварок с функцией скороварки. Простая модель, простая, которая может готовить под давлением. Очень хорошая качественная чаша. То есть вот я ей пользуюсь практически уже 3 года. Каша, чаша в идеальном состоянии практически. То есть если в 1054 в чаше имеется пошорканности, даже какие-то царапины, эта чаша вообще нет, у меня к ней никаких претензий. Повторюсь, что это еще мультиварка теновая. Пользуясь индукционными теновыми мультиварками с функцией скороварки, я пришла к выводу, что все-таки теновая для меня, лично для меня лучше. То есть она не настолько агрессивна, как индукция. Индукция все же более агрессивна. Ну, небольшой минус, который, как бы, возможно, нужно привыкнуть. Клапан. То есть он не мягкий выпуск пара, как 1054, а именно такой вот, что если жидкие готовить блюда, суп или еще что-то, вот отсюда может быть небольшой выстрел, так скажем, лишней воды. А так замечательно, просто мультиварочка, автоматические программы есть, есть отложенный старт. То есть удобное табло, кнопка меню, есть кнопка турбо, которая готовит более быстро, отмена, ну, удобная. Удобная, хорошая мультиварка с функцией скороварки. То есть это вот фирма Cooco. 1010, 1050. 08-21. Ну, может быть, единственный недостаток у них — это сверхзавышенная цена, конечно. Вот здесь вот, правда, ну, возможно, от пара еще чего-то. Немножко за эти годы вот фольга как-то отслоилась. Но, повторюсь, это одна из самых моих любимых мультиварок. Мультиварка с функцией скороварки. Бранд 60-50. Так, эту скороварку я купила, не знаю, как бы. Ну вот, сподвигло мне что-то купить, хотя у меня, считай, было уже 2 скороварки, но прям загорелась я на нее. Так, всем она мне устраивает, хороший функционал. В принципе, удобное меню. Готовит быстро, хорошо. Минус — тонкая чаша. Здесь царапин внутри нет, но как бы данное вот то, что сшоркалось, оно не предоставляет, наверное, никаких сложностей в приготовлении. Здесь чаша, конечно, не покусалась, ничего. Пользуюсь только силиконовыми лопатками. То есть вот минус этой чаши. Все-таки чаша, когда с ручками, это более удобно. Вот 0821 тоже без ручек, то есть это неудобно. Здесь горячо, приходится дополнительные прихватки, варежки, рукавички все это использовать. Удобно чем еще? На что я тогда купилась? Сначала думала, что это будет очень неудобно. С приобретением бренда я поняла, что мне очень нравится съемная крышка. То есть, но, минус, у меня этого нет. Но у многих пользователей вот это кольцо во время приготовления оказывается в чаше. То есть вот это минус, конечно, большой. Опять же, я говорю, что у меня такого нет. Но я купила 2 дополнительных вот этих колечка еще. Потому что, в принципе, в основном вот эти кольца впитывают запах. Если после овощей или после рыбы варить молочную кашу, не очень будет запах. Нравится мне, что можно выставлять давление высокое, нормальное, сброс. То есть клапан довольно-таки прост.
его легко можно самому открутить, почистить, то есть не прибегая к услугам сервисного центра. Это удобно. То есть все, что можно сделать дома, это очень-то удобно. Так, ну, закрывается легко, спускается давление. В принципе, если нужно, принудительно сами спускаем. Если не принудительно, блюдо доготовится, давление сбросится, клапан откроется, крышку можно легко открыть. Мультиварка меня устраивает вполне, она мне очень нравится, я очень довольна, готовит быстро. Минус, нет ручек на чаше, тонкая чаша и силиконовое кольцо, вот это сваливается. У меня, опять же говорю, не сваливается, но у пользователя сваливается. Но данной моделью я довольна, в общем, нисколько не жалею, что ее приобрела. Пользуюсь ей часто, готовлю в ней рыбу, овощи. В общем, она мне нравится. Вывод такой. В настоящий момент фаворит мой — это мультиварка с функцией скороварки Orson. Довольно-таки хорошо сделанная модель, продумана и заработана. Мне кажется, в данной модели разработчики взяли все нюансы, которых не хватало в моделях до этого. То есть чаша толстая, довольно-таки тяжелая, плотная. По качеству она напоминает чашу 10-10. Я думаю, что она и будет служить так же, хотя я пользуюсь ей не так давно. Но нареканий у меня пока в чаше нет. Ручки. Это очень удобно. То есть это все. Ну, довольно-таки хороший пластик. Хорошее меню. Хорошо продуманные программы. Очень нравится программа «Ваш выбор». Диапазон температуры от 50 до 130. Опять же, нравится съемная крышка. Это удобно. Регулировка давления. Можно регулировать давление во время работы. Давление само сбрасывается, или его можно сбросить принудительно после приготовления блюда. Силиконовое кольцо вот это вот вытаскивается, хорошо моется. Крышка тоже моется. Все очень удобно и продумано для пользователя. То есть именно продумано для домашнего использования. Очень удобный клапан. То есть это все промывается. Это все убирается, открывается спокойно и легко. Крышечка закрывается очень аккуратненько. Защелкивается. Во время давления вот этот поплавок поднимается, когда в чаше есть давление. Когда в чаше давление спускается, поплавок опускается, и можно спокойно открыть крышечку. То есть мультиварка очень мне нравится. В настоящий момент я все же считаю, что это самая продуманная модель, которая вот у нас есть на рынке. Ну, лично для меня, опять же, я никому не навязываю свое мнение. Это лично для меня. Очень удобная программа «Йогурт», программа «Напитки». Очень мне нравится, что здесь показывается температура, при которой готовится блюдо. То есть набранная температура. Вот, например, мы выберем жарить, да? Ну, пусть будет томить. Делаем старт. Мы видим, что начальная температура 26 градусов. Во время работы температура будет повышаться до какой-то максимальной, потом пойдет сброс. То есть мы видим текущую температуру, мы видим время, которое осталось до конца приготовления блюда. Это очень удобно. Хоть мы и пользуемся мультиварками, скороварками именно для того, чтобы, так скажем, свое время освободить, не стоять возле плиты, не стоять возле этих мультиварок. То есть может кто-то скажет, что это не важно знать, сколько времени осталось до конца приготовления, но это удобно. То есть мы не всегда готовим в отсутствии. Ну, моя последняя мультиварочка. Ну, как бы назвать ее сильно мультиваркой я все же не могу. Или уже у меня стереотип такой, что мультиварка — это наличие автоматических программ. Мультиварка — это не следить. То есть это, конечно, для меня это электросковорода, хотя она позиционируется как мультиварка. Это электросковорода, электросотейник, она очень удобна, очень. Нагревается от 80 до 240, обжаривать, томить, тушить, там тоже все это очень удобно.
Очень хорошая чаша. С таким каким-то шершавеньким покрытием. То есть я ее показывала в видео, когда мне прислали ее с Украины. Видео Liberty. Замечательно. Не знаю, почему только в России у нас их не продают. Я думаю, что они пользовались бы спросом. Чаша очень удобна. Храню я ее так, конечно. Сами видите, моя кухня не позволяет все приборы держать на рабочем столе. Поэтому вот храню я их все на своем волшебном стеллажике. Скоро, чувствую, мне надо будет еще стоять один стеллажик. Так, ну еще есть у меня одна, тоже как бы в некоторых магазинах пишут, что это мультиварка. Ну, я все же считаю, что это медленная варка. То есть называется это мультиварка. Уже язык у меня не поворачивается, это медленная варка. Очень хорошая вещь. Хорошая именно своей керамической чашей. Замечательно здесь получается топленое молоко. Так как в медленной варке топленое молоко не получается нигде. Есть режимы программы. То есть высокая температура, средняя, высокая, средняя, низкая. Так, мы это включаем. Выставляется время. Выставляется температура. Высокая, средняя, низкая, подогрев практически. Очень хорошо здесь делать домляму из овощей. Очень хорошо топить молоко. Варят холодец, но холодец не понравился. Почему? Я не знаю, я не ела. Не знаю, почему тебе не понравился холодец? Нормальный. Холодец почему-то как-то больше понравился скороварке. Опять же, я делаю вывод, что скороварка лучше разваривает мясо, так скажем, открывая все соки мясные выходит. Но вот эта штучка тоже в доме должна быть. Мое мнение. Не навязываю никому. Ой, тяжелое все, потаскает. Это в спортзал ходить не надо. Так, ну я сделала небольшой обзор. Повторюсь, небольшой. Большой, это надо все досконально, по режимам, как выходит пар, как что сделать. В общем, сделала небольшой обзор. И поэтому, у кого есть какие вопросы, пишите, задавайте вопросы, что знаю, скажу, расскажу. Ничего не знаю, вместе разберемся. Я как бы все знаю. Чем-то где-то не пользовалась, чем-то пользовалась. Поэтому ждите. Пишите. Постараюсь ответить. Пока.